Пришли мои ребятки. Алексей намывает клубнику. Я ее все начистила. Алексей ее моет. А малые ребятки уже убежали на великах кататься. Сейчас Алексей тоже пойдет в догонку. А я сейчас клубничку буду по пакетам и пытаться в морозилку засунуть. А ту морозилку, которую я покупала, мы покупали, еще не привезли нам. Ждем. Буду стараться в обычную нормальную морозилку утрамбовать все это дело. Не знаю, смогу, не смогу, но тем не менее, попытка не пытка, надо постараться. Такие у нас дела. Я тут накупалась, лежу под одеялом. Мне тепло и хорошо. Друг Ирай наш заказал вот сюда мне подсветочку. Скоро у меня здесь будет светло-светло. Класс. А я открыла грейпфрут. Смотрите, какой он классный. Вообще супер. Сейчас хочу сок из него выжать. Слушайте, здесь такое изобилие цитрусовых, что я уже подумываю, не купить ли нам электрическую соковыжималку. Вот. Пока мы только вот так вот вручную все это дело делаем. Сейчас выжму сок и покажу вам еще раз. Ну что, друзья, один стаканчик грейпфрутового сока с одного грейпфрута. Вот. Мне приятного аппетита. Еще пришла бабушка, которая за стенкой у нас живет, и принесла нам остро. Блин. Алексею понравится. Огурчики, кстати, мягкие, не хрустят. Это морковочка хрустит, а огурчики не хрустят. Тут перчики еще. В общем, вкусно, не так сильно солено, но остро. Вот. А я сейчас выпью грейпфрутовый сок и займусь приготовлением нового рецепта для вас. Такие у меня дела. Ребята пошли на великах кататься. Машка у меня зависла. Маша Векоджай. Смотрю. Мишка, Мишка, елка! Ура! К нам пришла елка! Все так рады! Рай, мы вам чокнутый кирдарим. I very worry about if Ач if Ач will come after New Year, I very worry. I was very worry. Тыщи кирдарим. Let's open. Давайте, дети. Упс. Давайте, дети, взрослые. А также всем доброе утро, друзья. Мы даже не поздоровались. Смотри, пап. Проконтролируй. Этим ручкам вообще нет недоверия никакого. А также к нам пришла морозилка. Сейчас покажу, какая у нас морозилка. Блин, вот это вот вообще счастье. Счастье вдруг в тишине. Показалось в двери. Грязное какое. Ой, как грязно. Надо мыть, короче, все это дело. О, тут даже эти, Леш. Аккумуляторы холода. А я думала, это просто вставочка зелененькая какая-то. Вау. Я выключаю морозилку, Леш. Ее мыть надо. Отключаю морозилку, ее надо мыть. Елка, 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 Мишка, елка. Елка и еще некоторые декорации нам пришли. Вот. Сейчас все будем открывать. Ура, ура, ура. Новый год к нам мчится скоро. Все случится. Случится, что снится. А дальше не знаешь? Нет. Миша, руки помыл, быстро постель заправил. Быстро, сейчас у всех настроение испортится, а то. Слушайте, в Турции все елки такие плешивые. Посмотрите, какая у нас елка. Класс. Смотрите, как все сложили, да? Мы когда в России покупали, так не было все упаковано, да? Да, я так понимаю, обратно в это же не сложится. В эту коробку. Надо будет новую какую-то двигать для нее. Не знаю, как вы, но... Счастлив? Счастлив очень. Я так счастлив. Ёлка!
Ура! 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 Миш, смотри, какая пушистая. Пушистая маленькая. Нет, это половина. Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Вот такое у нас новогоднее настроение, друзья. Потом это елочка не влезет в эту коробочку, поэтому надо будет новую коробочку и придумывать. Угу. Надо разбирать этот, Олег, выключай, надо разбирать комод. Вау, полумесяцы! Осторожно, осторожно, потому что если потухнет, будет беда. Миша, пожалуйста, я тебя очень прошу, аккуратно, там прорежешь что-нибудь, аккуратно. Олег, помоги ему. Он открытый уже. Ты счастлив, человек новогодний? Да. Да? Упс. Надо подогнуть тебе душку, чтобы не слетало. Да? Ну-ка, а с другой стороны встань, тебя вообще не видно. А то это... Против солнца. Против солнца, да. Ну-ка, на зрителей. Классный человек. А? Счастлив? Ну покажи, как ты счастлив. Очень-очень-очень-очень. Ёлка-ёлка. Ну что, нас с утра разбудили. Никто даже завтракать не садится. Дети принялись за украшение ёлки. Ёлка-ёлка. Мишка, ёлка. Это когда она угробила Деда Мороза, да? Мультик? Нет, когда она угробила Мишку. Мишку? Деда Мороза она угробила. Они пошли елку искать, и они и по дороге там Деда Мороза угробила. Нет. Нет? Миша! Слушай, ты от Маши не сильно отличаешься, возрастом только. Машке вообще-то уже 195 лет. Ну да, ты моложе. Миша, ветки так не отопыривай. Если каждую ветку ты так будешь отопыривать, это плохо будет. Блин, ну как висит? Ну висит же, что ты зачем-то снял? Висела же уже. Еще серебристая звезда придет. Класс, супер. Блин. Что ты делаешь? Ну что, друзья, какую хочешь, любую, Миш. Вот такие вот очечки я вам показывала, да, вот такая скатерть от наших украинских друзей, спасибо огромное. Я пока не раскрываю, потому что я должна выбрать, мне дали право выбора, а наша подруга Сардинч возьмет, ну, второй экземпляр, они купили две разные скатерти, вот, и я буду смотреть и выбирать. К нам пришло огромное количество доставок, наш друг сейчас был у нас, только от нас ушел. И все эти доставки принимал. В общем, я купила еще, знаете что? Шарики с надписью Happy New Year. Вот такие вот. И вот такие елочки для сервировки стола. Смотрите, здесь такие прорези. Сюда вставляются эти приборы. Ложки, вилки. И сервируется новогодний стол. Но их надо простернуть, потому что, естественно, они с фабрики новые. Их надо постирать вручную, аккуратно. Надеюсь, Алексей мне поможет. Вот, что еще? Елочка, посмотрите, какая красотка. В магазинах таких нет вообще от слова совсем. Между ветками, конечно, расстояние большое, но должно прийти еще огромное количество игрушек на елку. Звезда должна прийти, гирлянду мы повесим, бусы еще будут. Красные и серебристые. В общем, елочка должна быть у нас богато наряжена. Будет богато наряжена. Вот такая у нас замечательная елка. Мы продолжаем изучать турецкий по мультфильму «Машка и медведь». Завтраком я всех покормила. Тостовый хлеб им жарила. Ну, вернее, хлеб на гриле жарила. А, кто-то спрашивал, как я делаю такой хлеб. У нас есть вот такой вот гриль «Тефаль». Это не реклама. Просто мы им давно пользуемся. Привезли его еще из Подмосковья. Вот, и когда вот так ставишь хлебушек, получаются полосочки черные. В зависимости от того, как долго подержишь хлеб в гриле, от этого зависит, какое количество, вернее, насколько яркими будут полосочки. А я себе подогрела супец. Я буду есть суп с мегича и паби. Мне приятного аппетита. А семья моя вместе с нашим турецким другом Ираем уже позавтракали. Эйвах, эйвах, друг Ирай сидел, пока тут мультик Машку вместе с нами смотрел, он сказал, эйвах, это о май гад, типа, о боже, эйвах, запомнил, Миша? А? Миш, запомнил, что такое эйвах?
Так и учим турецкий. Кушку не одевать. Ай, дурак, что ты делаешь? А так это нужно вот для этого. Перестань! Сейчас в телек вылетит, блин, и будет тебе треснутая матрица к Новому году. Я вытащил эту штуку, она ничего тут не вылетит. Вот эта желтая штука сейчас слетит, ты ее крутишь и играешься. Так, все, Миш, не надо, это может сильно ударить. А то, что очень сильно дергает. Все, батарейка сейчас сядет. В общем, будем вешать гирлянду. Миш, тебе что-то написали. Кому? Тебе. Гирлянду, красоту. Я не могу такие штучки забить. Я не знаю, стоит это делать, нет? Работа идет полным ходом. Мы включили новогодние песенки. Давай, дети подтанцовывают, шурупы подают. В общем, сейчас, когда... наш турецкий друг дал Алексею, чтобы, видите, пространство там небольшое между нишей этой и стеной. И наш турецкий друг дал вот такую желтую... Вот такую желтую извивающуюся змейку. Для... Длинновато. Бита покороче бы у нас. Для шуруповерта. Вот. Алексей ввинчивает шурупы. И на эти шурупы мы повесим вот эту вот красотень. Крутотень. Супер. Здесь еще лежат коробки от нашего морозильника. Пенопласты, коробки. Так упадет, наверное. Они его оставили. А так они его притащили прямо к двери, этот холодильник в упаковке. После чего, не как у нас, знаете, стояли перед подъездом и ушли. А притащили прямо домой, занесли в квартиру, показали пальцем, где поставить, пошли поставили. И сказали, да, сейчас придет сервисник, который вам его запустит. Приехал на отдельной машине сервисник, его включил. Все показал. Рассказал, как включать. В принципе, мы поняли, как это. Нажал. Я нет. А, он сам вызвал. Да. Стоп. А метр? Hello. What? Метр? What? Метр? Кырмызы. 150 на 220? 220 сантим. Бир бучук метре, 220. Büyük. Büyük. Bu mavi mi? Güzel. Hangisini istersiniz? Bu neydi? 120'ye bir şeydi. Bir şeydi. Мы сразу в метр, что ли, поедем? Нет. Да? Да. А я списки не взяла. Ну что, забрали мы машинку, только прошло уже с того дня, когда мы планировали попасть в метро. Еще 3 дня. И мы таки попали с друзьями нашими в метро. Сегодня новогодний закуп. До Нового года. Буквально 4 дня. Вот, так поздно мы еще никогда закуп не делали. Ну, деваться некуда. Зато мы все новогодние декорации купили уже в интернете. Поэтому ничего нам больше здесь покупать и советиться не нужно, только продукты. Больше ничего. Чыкыш — это выход. Мы идем в Гириш. Вот. Смотрите, здесь сортировка мусора. Что-то Алекс не идет. Что-то он там копошится. Едем на треньку.
спортсмены, вот они сидят здесь. Всем привет. Вот еще один спортсмен. В принципе, мы уже привыкли, да, быстро доезжаем. Пешком дойти не получается, на велике тоже. Так можно было бы на великах мотаться, да? Я по тротуару ездил, но устаешь сильно. Пока до тренировки доедешь, надо выезжать намного-много раньше, чтобы успевать на тренировку. Ладно, сейчас еще покажем, что там на улице творится. Ребята пошли на тренировку. Я давно набережную увиду, немножко море поснимать. Ребята болтают по-английски, турецки. Правда, там смесь турецко-английская. Больше турецкого, но и тоже некоторые популярные английские слова присутствуют в их разговоре. Чем-то вкусным пахнет так. Не знаю, как это назвать. Ну-ка, волнушка прямо это. Есть волна-то, смотрите. Волна есть, не совсем прям без волны, хотя море так издалека кажется вообще безмолвным. Есть волна небольшая. Ну такая комфортная. Для, если бы купаться можно было, то можно сказать, что замечательная погода для купания. Чаек, кстати, много прилетело. Сейчас прямо вот тут вот кучка плавает. Вчера возле рынка была еще кучка. И они очень часто стали встречаться. Чайки, видимо, прилетели откуда-то. Где-то есть места более сытные для них. Как-то так. Пойду схожу в магазин какой-нибудь. Новосити украсили огоньками здесь чуть-чуть. На первом этаже поставили елку. Ну такую, знаете, такие у нас ставят где-то, я не знаю, в каких местах. В общем, очень-очень маленькую такая, знаете, невнятненькая. Я как-то показывал ее. Я думал, это пробная какая-то. Нет, это все. Больше делать не стали. Я так по этажам сейчас пройдусь, посмотрю, что еще. Ну вот эти огонечки, видите, вот здесь моргают. Ну и вот, пожалуй, и все. Больше ничего здесь нигде нет. Так, не очень большой праздник в Турции, Новый год. Ё-моё. Тут я сниму вам размер елочки, чтобы вы понимали. Вот такая елочка. Вот. У нас дома больше, выше стояла елочка в России. Здесь такая. Ну, хоть на то мы рады. Я сходил в Вайкики, купил у тебя тапки. Не думаю, что это прям это такое важное событие, как я их выбирал. Вот. А я сейчас пойду еще в Камшу схожу. Все пытаюсь купить рукавички, дети. У нас подразломалась машинка, которая стрижет на соли. Вот похоже, что вот это вот оно и есть. Единственное, ценник непонятен. Вот такое, такое, такое. Три вида здесь. Надо каким-то образом узнать ценник на них. Это в 101 я зашел. Время вечер. Где-то часов 6, наверное. Вчера было, взялись тут прям работать. Я думал прям, ну сейчас тут горы свернут. Они здесь асфальт положили. Не очень много, но все-таки. Ну, как говорится, хорошо. Надеюсь, что эта традиция продолжится. Там вот нет асфальта. Вот въезд к нам во двор есть асфальт. Туда дальше асфальт, вроде видно. При этом только одна сторона улицы. Тут-то ямка такая осталась, не убранная. Ну да ладно. Это не самая важная часть нашего населенного пункта. Вполне стерпит. Мы пойдем погуляем немножко на набережной, прокатимся на великах, может куда подальше прокатимся на великах.
Мы, собственно говоря, вышли просто пройтись. Сейчас на улице, кстати, классно. Тут в прошлый раз днем было холоднее, чем сейчас вот вечером. На улице не холодно, такое комфортное. Безветренная погода. Классная. Пойдемте с края моря пройдемся, проедемся на великах, может быть. Сегодня воскресенье. Народу немного. Хотя в этом комплексе, смотри, сколько окон светится. Это большой комплекс. А в МТС что-то сюда одно окно всего светится. Но тут в этом комплексе основные окна выходят туда, на море. Как и вот в этом тоже. Хотя в этом, наверное, тоже в обе стороны. Ну да ладно. Какая разница?